Ну, давайте попробуем. Вот, значит, например, проверяем такую гипотезу. Значит, голосование на Waves. Так. Вот мои токены. Я могу осуществить транзакцию на адрес DAI кошелька. Или на этот адрес надо 001. А, 001 мир. А, ну да, я там связку делал с миром. Ну, вы можете мне скинуть в чат адреса, я вам вышлю сейчас с миром. Ну, мир, давай сделаем через мир. То есть, собственно, вот у меня есть там 900 тысяч. Так, трансфер. А. Ага, то есть это будет с моего кошелька, с того же самого кошелька, где я выпустил свои собственные персональные токены. Ну, в принципе. Да, можно будет потом в код просто в скрипт внести твой адрес кошелька и заменить его на имя, например, символьное, и у тебя будет отображаться с твоего адреса будет входящий, просто строчка будет имя твое, что это ты проголосовал. Алло, слышно? Да. А можно будет по аналогии с верифицированными ассетами внести просто адрес кошелька в скрипт, который отображает, ну, вот эту стену входящих транзакций на определенный адрес с определенного вида токена. Например, функция голоса у Дэй. И можно будет внести просто твой адрес в скрипт и символьное имя. И тогда у тебя будет приходящая транзакция с твоего адреса, твое имя появится. И не надо оплачивать своим токеном, а оплачивать Дэй, как функция голосования. Так, короче, я беру алиас, адрес, отправляю токены мир. Алиас ВДИП. А там маленькими символами надо. А я маленькими. Не, у тебя большие были. Я токены мир. А, маленький ДИП. Сейчас должна, по идее, появиться. Может, обновиться. А там нужно будет обновиться. Надо с нефреймом. Да, она еще тут отправляется. Так, ну. Attachment. Реципиент. Вот этот реципиент. А, и он такой же. Я думаю, здесь мы можем добавить короткую ссылку. Вот, собственно, вот, тестовый.
Конечно. Голосую за. Ну что, проверим. Транзакция прошла. Угу. Угу. Так, окей. Сейчас Григорию. Григорий. Давай сделаем тест. Открой кошелек. Свой кошелек Waves. Там, где вот эти все наши были, может, несколько кошельков, там, где мы перебрасывали там друг дружки, да? Там, где ты создавал свои персональные токены. Он у тебя один? Тот, который... Тот, который этот один, да. У меня еще другой там. Угу. Раньше. Давай, где вот свои персональные токены, пускай он как бы будет... Один, ну то есть, ну у меня есть один основной, да, которым я произвожу вот эти, в том числе эмиссию своих персональных токенов. Угу, сейчас откроем. То есть, смотри, мы можем, понятно, на бумаге делать, это в прошлый век. Мы можем делать это в видео-видео записи, в виде видео. Я понял, да. А можем запись в реестре делать. И это юридически значимо, на самом деле. А важно удостовериться. А так как мы уже удостоверились о том, что это твой адрес, и можем это подтвердить, в том числе в суде, в том числе можем заключение экспертное дать от ИРЦ. Вот. Ну, то... Я открыл, я вошел в кошелек. Транзакшн, да? Да. Дальше. Что я должен дальше? Вот открой Telegram. Там Роман скинул либо алиас ДИП, либо адрес. Это, в общем, одно и то же. Ну, скопируй адрес, так проще, наверное. Вот, отправляй. Значит, у тебя есть токены МИР? МИР. Трансфер. Один. Трансфер. Так, все, я тебе отправил один токен. Сразу... Ну, да, да. Сразу. А, о, пришли. А, уже? Один. Угу. Да. Вот, дальше. Заходи. Значит, скопировал адрес. Куда? В один или в 9? Ну, в этот кошелек свой. Ну, я в нем. Ты скопировал адрес, да, на который отправлять. И нажимай. А, да, дальше это портфолио. Вторая вкладка, которая открываешь. Ну, портфолио. Портфолио. Нашел. Дальше да. Там в портфолио у тебя токен МИР. Есть. Вот, есть. Там трансфер нажимай. Трансфер. Вот, отправить и реципиент вставляешь тот адрес, то есть куда отправлять. Ну, там ДИП, в общем. Ага. Дальше указываешь. Да, 0,001. 0.001. 0.001. 0.001. Да, и attachment. Attachment этот можешь скопировать то, что написал я. А, либо можешь скопировать в Телеграме.
Telegram. Или скопировать то, что написал Роман. Голосую за протокол. Принимаю устав. Вот это, да? Да, ну я короткую ссылку, Роман, длинную ссылку. Ну, в общем, ну, как тебе нравится? Покороче. Пожалуйста. Можешь просто голосую за протокол, а там уже дальше уже. Так, я вставил, значит, голосую за протокол. И дальше ссылка короткая. И потом принимаю устав. Угу. Confirm, да? Да. Теперь можешь проверить. Но проверить как? Это на... Ну, в репозитории можно скачать, либо можно зайти на human.de.su. Вот, там развернуто то, что из репозитория. Более безопасно это с репозитория скачивать. Просто я вошел, тут написано «accounts». Account. Ну создай новый, просто любой там создай, который, вот, чтобы, да. Ой, раз. Ну, I там, understand, да? Да, предупреждение о том, что надо запомнить. Register account. Да. То есть смотри, как бы надо посмотреть, ну, просто необходимо войти с любым кошельком для того, чтобы посмотреть транзакции. Вот. А паспорт любой-то? Здесь любой. Там сложный был. А, да. Там должен... Большие, маленькие буквы, да, и цифры. Отчеркивание, цифры. Серьезный вопрос. Ну, серьезно. Ну, на самом деле тут 5 минут. Но его как бы прочитать... Кошелек. А, там последняя вкладка, кнопка, которая называется... Community tab, скрепка, да. Так. Вот, и, ну да, тут появилось... В конце три таких. Да. Голосую. Да. Вот, голосую за протокол, да. Да. И это три, это что? Ну, первый Роман, а вот кошелек его, там можно, ну, зайти и посмотреть, да, кстати. Сейчас проверим. Отправлено с кошелька 3B, короче, вот этот S2 последняя. И я, например, захожу и смотрю, кто эмитент токенов Роман Иноземцев, например, да? S2, то есть это тот же самый... Да, это тот же самый кошелек. То есть мы, ну, как бы я точно удостоверился, что эмитент... токенов Романа Иноземцев, ну, собственно, вот как бы он и есть, да, и тот же адрес осуществил транзакцию с комментарием, что он комментарий, протокол такой-то, голос за. Вот. Здесь в тексте мы написали на русском языке. Вообще, в теории это... в виде протокола машиночитаемого. Но это, блин, это надо еще разработать. В общем, короче, я считаю, что мы приняли таким образом протокол и устав, соответственно. А, ну а в протоколе там три вопроса. По первому вопросу, по второму вопросу и по третьему вопросу председатель. Собственно, я... председатель. Пока что. Руководитель собрания, секретарь. Короткая ссылка. Видео. Видео чуть позже. Так. Окей. Так. Вот, дай наушники. Роман. Да. Давай вот, раз уж суд собрались, кратко. Сейчас. Трелло. Давай вот к этим вопросам в четверг по поводу оценки. Сейчас.
Вот первое, да и учет вклад. Что это за задача? Это задача по оценке учет, ну, стоимости каждой задачи. Ты это имеешь? Это Роман создал карточку. Значит, это просто, чтобы ссылку не потерять, а это таблицы в процессе, то, что мы постоянно заполняем. А что является выполнением этой карточки? Ну, ее выполнение, то есть она постоянно в процессе. Просто я ссылку не мог найти тогда. Слушай, ну, каждая карточка – это задача. А если это текущая, наверное, лучше это сохранить на сайте где-нибудь. Или сделать документ со ссылками важных других документов. Давай такой документ. Вот у меня есть документ, называется «Институт цифровой имени Глушкова». Так. Нуля. Да, можно будет туда адреса ввести, ну, из сети, куда мы голоса, например, отправляем. Годи, до адресов еще. Я стараюсь копировать вот эту ссылку не с браузера.
Раз, раз. О, заработало. Так. Ничего не сейчас работает. Работает. Так. В общем, ссылку я эту сохранил. Так. Знаете что? Так как Данил не участвует, то, собственно, я уберу Данила. Но это не дело. Если участвуешь, участвуй. Если не участвуешь... Ну, если он на учреждении не участвует, то... Данил, у него свой проект, было ясно, что он не делает. Ну, ладно. В общем, короче, чат, который про институт цифровой, для членов. Пока он не является членом. Собственно, так, вот ссылка на институт цифровой экономики. Значит, здесь ссылка со ссылкой. Когда он присоединится, то есть мы его примем в член, опять же, на, то есть на собрании правления, в принципе, мы это завтра можем сделать, тогда его добавим. Пока он не является членом, соответственно, так, с этим понятно. Эту карточку я убираю и в архив ее. Так, презентация бенефит. Так, сегодня мы... Вот она, планерка. Учредили. Так, да и учет вкладов, понятно. Теплосеть, платформа легкого. Теплица социальных технологий. Написать в теплицу. Так, я предлагаю это... Вот, задача есть такая. То есть, бери, делай. Вопрос оценки. Расширить наш список предоставляемых услуг. Так, ладно, наверное, что-то мы уже 2,5 часа. Я предлагаю к этим вопросам вернуться в четверг. Да, вот я согласен, это слишком долго. Заседаем много. Роман. Да. Роман, не расслышал. А, в нескольких досках я там добавлюсь, я уже сейчас подготовил. Сейчас закрою их, перенес, делаю. Ага. Так, ладно, я предлагаю на этом завершить. Давай спишемся там чуть попозже. И так, ну, на этой неделе там ничего такого глобального. Поэтому в четверг созваниваемся и по задачам еще раз пройдемся. Вот, а пока текущий там.
Ладно, ладно. Все? Да, все, давай, спишемся. Хорошо, пока. Все круто. Да, спасибо.